Здравствуйте, уважаемые коллеги, подписчики, слушатели, зрители. Сегодня мы продолжаем очередную нашу встречу с Касаем Магомедовичем Алиевым. И сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили о довольно важных темах с точки зрения и психологии, и медицины, а именно базовых принципах, базовых философских каких-то подходах, которые, безусловно, должны лежать в основе любого метода помощи к человеку. Мы в психологии это можем называть парадигмой. Неизвестно, что таких парадигм может быть несколько. Это может быть философская парадигма, религиозная парадигма, политическая парадигма, бытовая парадигма, мистическая парадигма, медицинская парадигма. Их может быть достаточно много, но вот если кто-то смотрел мои лекции по липотусонде, он часто это называет эрзац-объектами. То есть это то, что в некотором плане замечает человеку базовую веру в основу, да, вот в целостность, некоторую целостность. Безусловно, это целостность, это вера в себя и вера в свое существование в этом мире. Это действительно вопрос очень серьезный, очень важный, и я, конечно, в лекции вроде постарался объяснить, что такое вера и что такое религиозность, это важно, да. Вот. В первую очередь это все-таки связано с глубинной целостностью. Вот когда мы говорим о помощи человеку, это, конечно, и помощь ему с точки зрения веры в него, и помощь самого человека, самому себе с точки зрения веры в свою ремиссию, в свое исцеление, в свое дальнейшее развитие. Это очень важно, когда человек полагается более не на кого-то, что кто-то придет и все сделает, но полагается и на того, кто помогает, и полагается на себя, когда верит в себя. Конечно, это очень важная тема. Вот, но известно, что философии, ну, принцип – это такой постулат, утверждение, которое, ну, создает, как, лежит в основе каких-то законов, принципов, подходов. Ну, а сама философия нам, безусловно, в первую очередь помогает понять мир, понять мироустройство, понять то, каким образом мы должны взаимодействовать в этом мире. И когда дело касается нас, нашей психологии, нашей физической оболочки, это тоже, безусловно, важно. Хасан Магомедович, ну, теперь слово вам. Сегодня буду больше молчать. Мне более интересно, безусловно, ваши основные подходы с точки зрения вашего метода. Как вы подходите к пациентам, как вы подходите к людям, которым вы помогаете, и что здесь является базовым с точки зрения философского подхода? Я рад вас снова видеть, Дмитрий Анатольевич, уважаемый. Я очень люблю ваши лекции, все время просматриваю и надеюсь, участники нашей школы, человек будущего Homo Futurus, очень интересом просматривают. И очень важно то, что мы сейчас с вами будем говорить. Дело в том, что на самом деле школа наша, человек будущего, Homo Futurus, человек будущего, как раз-таки она предназначена для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете, потребности в лекарствах. И без философии никак невозможно. В первую очередь, почему человек творческий? Потому что в его геноме сконденсирован весь, образно говоря, предшествующий опыт человечества, эволюции человека. И вот этот мощнейший эволюционный импульс требует разрядки. И если человек в процессе жизни, в каждый следующий момент, в котором он находится, не является творцом, потому что его бессознательные механизмы так устроены, а человек здоров и счастлив, когда есть целостность, когда есть согласие, гармония между сознанием и подсознанием, и когда у него там противоречия, и когда он не позволяет себе быть творцом, или кто-то не позволяет ему быть творцом, у него возникает стресс. А стресс – это транс. И вот если он не может использовать энергию стресса, то получается, что стресс его разрушает. Конечно, он может подавлять себе как-то стресс. Он может пить транквилизаторы, он может там применять массаж или еще что-то применять. Но по нашей философии человек-творец, он правильным образом снимает стресс тогда, когда он использует энергию стресса, подбирая себе те действия, ту деятельность, которая соответствует его состоянию, его генотипу, его способностям, его талантам.
То есть, когда он занимается любимым делом. Поэтому я всегда говорю о том, что занимайтесь любимым делом, совершенствуйтесь любимым делом, потому что человек в любимом деле свободен, там ему природа помогает, потому что он сам соответствует себе, а счастье – это быть собой. Но тут бывает такой перекос в жизни, потому что не всегда любимое дело дает ему возможность до проживания, до выживания, потому что это любимое дело может не соответствовать востребованности в данный момент. Может быть, в данный момент более востребованы юристы, бухгалтеры, адвокаты, продавцы, а не художник в данном случае, не композитор. Ну, мало ли как бывает. Я когда говорю о том, что человек творческий, я не имею в виду, что обязательно петь или танцевать или рисовать. Нет, я имею в виду творчество. Это такой подход к решению любой задачи, когда в любой сложной задаче человек ищет наиболее простое решение через призму общечеловеческих ценностей. Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, бесценность созидательной деятельности, потому что если человек не созидает, не изобретает, то попадая в условия неопределенности, которые грозят человеку и человечеству каждую минуту, особенно сейчас это становится все более и более очевидным, то шаблонное мышление, воспитанное в обычной школе, стандартное, когда нас учат на основе повторения мать учения вырабатывать навыки, когда новизна через повторяемость постепенно превращается в навык, то эта школа старая, она не устраивает современности, потому что шаблоны не работают в условиях неопределенности. И там человек в условиях сжатого времени должен немедленно со скоростью инстинктов генерировать творческие решения, неординарные решения. То есть по существу человек будущего – это человек-творец, это человек-изобретатель, человек-созидатель. И в школе в нашей мы обычно занимаемся тем, что люди многих стран, из многих стран совместно создаем науку человечности, а это оказывается, по сути, неразрывно связано с изобретательством, потому что вот человек по своей природе творец, и человек по своей природе человечен, то есть по существу наша школа «Человек будущего Homo Futurus» одновременно называется еще «Школа человечности». То есть он отзывчив, он способен к сопереживанию, ну и так далее, о чем я и говорю, и это, надеюсь, всем понятно. И вот в этом смысле у нас есть проблема. Я говорю все правильно, все с этим соглашаются. Действительно, человек не может быть не человеком, и во всех конфликтных ситуациях, и во всех взаимоотношениях и психолога, и врача со своим пациентом, клиентом и так далее. Всегда человечность лежит в основе. Это вот в медицине, это саентология, нас обучали в мединституте тому, чтобы мы ненароком, ни тем словом не нарушили здоровье человека. И корифеи медицины говорили, не тот врач после разговора, с которым больному не станет легче. Я говорю сейчас не только об этом. Я говорю о том, что без сопереживательности, без доброты не может быть мира на планете. Но эти слова, быть добрым, быть сопереживательным, на самом деле просто раньше назывались любить ближнего. И это лежит в основе всех религий. И иудейской, и в буддизме, сопереживание, сострадание. И в христианстве, и в исламе. Да любой нормальный культурный человек, даже когда у нас 70 лет, мы не были религиозными, так сказать, у нас была религия атеизма, мы тоже понимали, что
нравственность должна быть у человека, что человек должен быть честен, мы называли это моралью. Весь вопрос о сути. Суть заключается в том, что мораль, нравственность, духовность – это по существу, если говорить иными словами, технология взаимовыживания миллиардов людей, каждый из которых имеет свой характер, свои вкусы, свою сопричастность к той или иной конфессии, религии и так далее. Как им всем выжить на одной планете? Именно вот эта технология любви ближнего. И поэтому в конечном счете из многоязычности, многобожия, люди пришли к пониманию, что Бог един. Что это означало? Это означало, что независимо от того, кто ты, в конечном счете вот эти общие истины являются одинаково важными для каждого. И сейчас тоже мы создаем науку человечности, потому что сегодня, как показывает практика жизни, наука, она всегда идет впереди, чем развитие творческих и нравственных качеств человека. Научно-технические достижения могут создавать атомные бомбы, в то время как люди, которые этим занимаются, могут быть недостаточно ответственны за свои поступки. И поэтому происходит то, что сегодня происходит. Расчеловечивание. Например, сегодня вот это чипирование, искусственный интеллект и много других проблем. Ведь на самом деле интернет, развитие интернета – это такая прекрасная штука. Это как раз-таки показатель первейший, что человечество хочет быть единым, целостным. И в то же время имеется другая сторона этого интернета. Искусственный интеллект тоже прекрасный инструмент, но в то же время имеется и обратная сторона, когда искусственный интеллект и интернет в условиях вот этой сегодняшней неопределенности, когда человечество переходит из реальности в ментальную, так сказать, виртуальность, вот в этой неопределенности человек теряется, как всегда, в точках бифуркации, когда нет у него на что опереться, все вновь. И у него, конечно, большая подверженность к внушениям. Он становится очень неустойчивый, теряет точку опоры. Нужна как раз-таки наша школа, человек будущего, Homo Futurus, которая генерирует у человека способность выживать в условиях неопределенности, сохраняя в себе человечность. Это важно, потому что выживать можно по-разному. А вот продолжая быть человеком, выживать, это значит обеспечить себе достойное будущее, себе, своим детям, внукам, правнукам. И чтобы человечество не вымерло при какой-то, например, даже астрономической ситуации, как в свое время климат поменялся и вымерли мамонты. Чтобы так не произошло, поэтому инстинкт выживания у человека постепенно с его развитием, с его эволюцией еще дополняется инстинктом созидания. Без этого просто невозможно. Поэтому человечество не выживет. И как говорил Ричард Бах, это не звезды вечные, это мы вечные. Но это при условии, что человек действительно развивается как человек созидающий, творящий, как человек-творец, изобретатель. Да и в Библии же это написано. Решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Это же многовековой опыт фильтрует характерные особенности человеческой природы и такую фразу сформулировал. Потому что Бога-то на самом деле никто не видел. По сути, стало быть, по сути, это решил Бог создать человека по своему образу и подобию, то есть как Творца. А у нас Творец человек мало защищен. У нас, например, даже в законах Творец мало защищен в человеке.
Поэтому происходит утекание, так сказать, как говорится, мозгов. Люди, например, из России уезжают в те страны, где творец человек и больше защищен. Это очень интересное явление, его можно рассматривать с разных точек зрения. Кто-то может со мной сейчас соглашаться, кто-то нет. Но я абсолютно в этом уверен, что человек творец по природе. Так вот, вопрос заключается в том, что, к сожалению, вот у нас проблема. Она заключается в том, что когда люди слышат слово «стресс», к нам в школу приходят обучаться нашим философическим аспектам и методикам, приемам методическим для того, чтобы использовать энергию стресса в собственном назначении для созидания, для здоровья, самосохранения. Использовать энергию стресса, чего нет ни в одной школе мира пока, сегодня. Потому что во всех школах и во всех методах обычно стресс пытаются покорить, подчинить себе, но не использовать для созидательных целей в прямом назначении, как я сейчас формулирую. Так вот, вместо этого к нам приходят, когда слышат слово «стресс», приходят люди пострадавшие. Не для развития, не для того, чтобы открывать себе человека будущего, не для того, чтобы уже сегодня раскрывать себе качество человека будущего. А приходят люди пострадавшие уже, с болезнями, с различными нарушениями. Ну, психосоматика, когда это мы легко справляемся, потому что наши технологии позволяют по методу ключ подбирать людям свои собственные действия, которые заменяют любимое дело, когда человек не может любимым делом заниматься, например, прикован к постели и так далее. Он не может заниматься любимым делом. И там есть принцип подбора путем перебора, когда он моделирует это любимое дело по тем же самым принципам, подбирая себе действия короткие, даже посекундные, которые синхронны его текущему состоянию. И таким образом сбрасывая лишнее напряжение, открывая свои таланты и способности, он может этим пользоваться. Но вот приходят люди с органикой тяжелой. И вот тут у нас проблема, как нам вместо постоянного такого непрерывного оказания помощи пострадавшим людям, а мы это и будем продолжать, и так мы и делаем, и консультируем, и много мы делаем бесплатно, все это делаем. Но как нам все-таки перейти на стадию именно того, чем мы должны, по сути, заниматься. То есть школа «Человек будущего» Homo Futurus должна заниматься развитием у людей творческих качеств и способностей, способностей к изобретательности, то есть чтобы создавать в условиях жестких временных ограничений неординарные решения, которые помогают им и в личных отношениях, и в самопонимании себя. Потому что я полагаю, что искусственный интеллект тоже человек в своей эволюции создал закономерно, чтобы, соревнуясь с ним, определиться, чем же человек отличается от искусственного интеллекта, от машины, от робота. И тем самым развивал у себя самосознание. То есть все, что человек делает в эволюции, он делает не случайно. Так вот, я хочу сказать, что как раз-таки взаимодействие с вами, я надеюсь и даже уверен, исходя из прошлых наших бесед, из ваших лекций, таких глубоких, компетентных, которые я каждый вечер слушаю, просматриваю и советую слушателям нашей школы, что совместно с вами мы сможем сделать этот эволюционный переход, превращаясь из службы спасения в службу развития, помощники развиваться, потому что это и профилактика одновременно, тогда и болезней будет меньше, и потребностей в лекарствах будет меньше, и конфликтов будет меньше, и, соответственно, и войн будет на планете меньше.
агрессии будет меньше. Так вот, человечность и школа человечности, как я вначале сказал, она предназначена для сокращения кризисов и войн на планете и потребностей в лекарствах. Таким образом, надежда сейчас на этот переход. И я надеюсь, что наши с вами встречи послужат этому, что мы переходим из стадии оказания постоянной помощи людям, сохраняя это еще и к стадии развития. Причем мы не навязываем никаких философий. Люди сами вольны, каждый, подбирать себе то, что ему соответствует. Ровно так же, как и подбирает действия по методу ключ. Таким образом, в условиях массовой школы у нас сегодня метод ключ, помогающий каждому индивидуально подбирать собственные приемы среди миллионов различных действий, ровно так же сохраняется эта позиция и на выбор философии. То есть мы максимально демократичны, и мы максимально сами чувствуя себя свободными, и мы хотим способствовать свободе каждого человека, чтобы, наконец, большинство людей научились сами мыслить, а не только повторять авторитеты. По существу мы занимаемся тем, что само понятие Homo sapiens, человек разумный, а какой же он разумный, если он мыслить не умеет? А как он может мыслить, если у него времени нет, если он все время задействован и все время занят тем, что шаблонами повторяет то, что ему постоянно представляют, навязывают различными способами? Я сказал все. Ну, просто человек, который мыслит шаблонами, это идеальный гражданин сейчас. Это идеал для многих государств, когда человеком легче управлять, мы хорошо знаем. Ипохондрики очень послушны, и при условии, что их правильно мотивируют, их можно очень идеально направлять. Если мы посмотрим наше телевидение, вот, оно четко разбито на сегменты. Ну, допустим, сегмент кулинарии, да, для тех, кто любит готовить, сегмент шопинга для тех, кто любит покупать, сегмент медицины для тех, кто любит лечить, потому что для кого-то это смысл жизни, потому что иногда бывает экзистенциальный вакуум. И когда его чем-то нужно заполнить, его заполняет тем, что нужно лечить. Либо себя, либо других, либо найти какую-то ведомую или неведомую болезнь, иногда надуманную, да, как часто любят это делать ипохондрики, и от этого в той или иной степени лечить себя и свое окружение. Поэтому подобные персонажи, я бы так сказал, во многих государствах довольно полезны. А у человека мыслящий – это опасность, я даже больше могу сказать. Вот смотрите. В свое время в нашей стране наплодили большое количество юристов. Был преизбыток юристов еще несколько лет назад, а ведь это гуманитарий. А теперь давайте подумаем. Свободный гуманитарий, когда он не находит своего места, ну вот с точки зрения работы, применения своего, он становится в некотором плане опасен. Почему? Именно гуманитарий тяготеет к философии. Именно гуманитарий начинает тяготеть к каким-то направлением, иногда политическим или каким-то ни было еще, и это на самом деле слой оказывается весьма специфический. Поэтому эту часть населения нужно не только устраивать на работу по возможности, в том числе государство, безусловно, или находить для них какие-то сферы применения, где они будут себя адекватно чувствовать и применять, либо мы получим те же самые события, которые получили в конце 19 века, когда интеллигенция начинала бродить от того, что, собственно говоря, не находилось в должном применении. Хотя, как сказать, что, конечно, познается в сравнении, но, кажется, условия были вполне адекватны, даже при Александре Третьем. Несмотря на все вот эти вот попытки законов о кухаркиных детях и так далее, да, что каждое сословие должно сидеть просто в своих определенных рамок и границ. Но вот здесь еще какой момент. Вот вы сказали по поводу того, что человек – это творец, согласен. То есть здесь это самоактуализация, это то, что когда-то предлагал Абрахам Маслоу. Это у меня была, не помню, как лекция называлась, ну, я там объяснял, вот как называлось, нормоцентрический подход к психодиагностике, кажется, так эта лекция называется, она длинная, к сожалению, но дело не в этом. Просто там я объясняю, я постарался объединить основные подходы к тому, как выглядит здоровый человек,
что это за субъект, где он обитает, чем его можно кормить, чем он опасен и как близко к нему можно приближаться. Самое страшное – это то, что когда мы все это объединяем, получается Франкенштейн. Иными словами, мы знаем все, что такое патология, все, что такое болезнь, все, что такое нехорошо, но что такое норма, когда начинаешь объединять разные подходы в разных совершенно теориях, психологических, философских. Вот тут получаешь очень странную картину, потому что в целом это очень странное сочетание, наверное, и один из персонажей семьи театров, который, кстати, неплохо когда-то, ну, я бы так сказал, стал копировать Александр Пушной, бывший КВНчик, в котором тоже вот у меня было несколько передач на радио «Маяк», посвященных биографиям психологов, в частности, Маслоу, Фрейда и так далее. Вот, это как раз оттуда, такая вот история довольно забавная. И самоактуализированный человек, он в нашем мире в должной степени воспринимается как белая ворона. Мы хорошо знаем такое выражение «нет пророка в своем отечестве», не в том плане, что все непризнанные гении страдают от того, что они непризнаны, да, и это все, конечно, очень хорошо известны игры ипохондриков, я бы так сказал. Это тоже ипохондрики в той или иной степени. И, конечно, безусловно, гордыня, которая здесь больше играет, нежели чем основания для того, чтобы считать себя гениальным. Это однозначно совершенно, потому что, вспоминаем Есенина, лицом к лицу лица не видать, большое видится на расстоянии. Только на расстоянии будет видно, кто же этот человек. Это более важно. Со временем это приходит. А когда человек говорит, что он гениален, типа Игорь Северянин, это, конечно, интересно, но это поверхность. Вот. И с точки зрения самоактуализации, да, мы действительно, ну, было бы заинтересовано наше общество в том, чтобы таких людей стало больше. Но самоактуализированные люди менее управляемые, менее предсказуемые, они более творческие. Но в силу того, что они творческие, они начинают представлять некоторую опасность с точки зрения своей предсказуемости, и им не придется управлять. И этот момент тоже немножко настораживает, потому что здесь мы выходим из гуманистических подходов и подходим к некоторым элементам политики или идеологии. То есть вот они, границы начинаются здесь. И вот с такими людьми как поступать, что делать? Один вопрос. Второй вопрос. Всем известно, допустим, подход Марии Монтессори, которая детей обучала по своей системе. Да? И вот сама по себе система довольно гуманная, интересная, действительно развивает творческие основы у детишек, но проблема в том, что те детишки, которые вместо детского сада проходят обучение по системе Марии Монтессори, потом приходят в обычную школу. И вот с этого все начинается. Они прошли другую социализацию, они белые вороны. Что дальше? Вот самоактуализированная личность в нашем обществе – это чаще всего белая ворона. А если она в должной степени не проходит социализацию, она превращается, ну, в некоторый вариант ортодоксии. Вот. А иногда бывает и несколько более агрессивные варианты также. То есть здесь тогда нужно социум, который будет достаточно хорошо относиться к самоактуализированной личности, которая будет понимать, что это такое. А если мы пойдем по этой линии, наверное, это, ну, считается как религиозное или философское учение, где будут объекты, которые будут придерживаться этого. Главное только не уходить в секта, потому что это немножко другое. Секта сама по себе ничего страшного не имеет, латинство это всего лишь навсего отдел, разделение, да, какое-то определение. Но с другой стороны, здесь тогда нужна группа единомышленников, которые будут поддерживать эту общую философию. Вот, кстати, вы говорите, что как раз, допустим, любая философия приемлема и не навязывается никакой подход, не навязывается. Но, допустим, то же самое, что любая философия приемлема, это тоже философия. То есть это в некотором плане приемлемость разных подходов, да, я правильно? То есть это тоже философия. И тогда над этим тоже нужно подумать. Вот есть такой вопрос. Когда-то Борис Герасимович Ананьев в своем «Человекознании», на мой взгляд, изумительная книга, недавно в своей передаче «Ответы и комментарии», я как раз на вопрос, какие книги нужно начинающим психологам изучать, как раз порекомендовал одну из книг именно Бориса Герасимовича. Потому что «Человекознание» — это, наверное, одна из базовых книг, с которых нужно начинать свое знакомство с психологией. А человекознание – это наука, согласно ему, которая соединяет все науки о человеке. Это и педагогика, это и психология, это и медицина, это и социология и так далее. Но это идеально, но
сколько времени прошло с тех пор, когда он написал эту книгу, как-то мы даже особо не сдвинулись сильно точек с определенных, потому что каждый представитель своих наук по-прежнему считает, что они главные. Нет, в университетах медики считают, что они главные, психологи считают, что они главные, педагоги считают, что они главные, социологи сами знают, их не спрашивают, но они знают, что они главные. Получается, каждый, кто занимается человеком, немножко на своем, то есть опять философия. Но здесь мы опять должны выходить немножко на философский уровень. Следующий момент. Вот когда лечит человека, человек приходит с каким-то заболеванием, с какой-то проблемой, не решив этиологию, ну или анамнезу, да, не узнав анамнез или этиологию, психологию, то есть историю возникновения проблемы, а устранив, допустим, только следствие, но не причину, мы всего лишь навсего даем такому человеку индульгенцию. То есть иными словами, вот он пришел, мы сняли у него симптоматику, он стал себя чувствовать прекрасно и продолжил так же себя вести. Вот он получил некую индульгенцию и, собственно говоря, носил все и завершил. Опять философия. Потому что без этого это бесполезно. Допустим, йога та же самая. Если не включать философию, философский аспект, восточную философию в йогу, она сама по себе, это всего лишь наше занимательное времяпрепровождение. Пусть занятие телом, это, ну, на самом деле, ну, кого-то это может немножко развлекать. Опять же, поясню, заполнение экзистенциального вакуума. Но без философии это никак не работает. То есть здесь обязательно философские аспекты должны быть. Тогда нужно выходить либо на глубинные какие-то философские понимания человека, человечества, может быть, через Бориса Герасимовича с точки зрения наук о человеке, допустим, да? Может быть, какие-то основные этические признаки, принципы. Здесь мне, конечно, вспомнился «Золотой теленок». Помните, у Ильфа Петрова там Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкин делали прогнозы на будущее. А если... Помним, это такой Залкин, это такой большой привет, да, Арон Борисович Залкин, который предложил 12 половых заповедей революционного пролетариата. Вот тоже заповеди предложил. Ну, по факту, это была такая пролетарская евгеника. По факту, чтобы пролетарии размножались, а буржуазия, собственно говоря, загибалась, условно, если так очень примитивно это объясняю. Хотя евгеника нам хорошо известна с точки зрения офицера Фрэнсиса Галтона, или Джеймса Мартина Кителла, которые более подробно об этом писали, но, к сожалению, эти идеи были довольно доведены до абсурда в нацистский период, когда эти идеи очень активно продолжались. Она у нас и сейчас есть, когда мы говорим о принудительной кастрации преступников некоторых, да, это все равно евгеника, все равно те же самые элементы остались. Просто когда-то они были более важными, более существенными, а в свою бытность, когда я учился в Венгрии, ну вот, я сталкивался с определенными моментами, еще в Советской Венгрии это было, и совсем относительно недавно, еще в 90-х годах, начало 90-х годов, некоторые законы были. В ГДР они были, но в Австрии тоже были отдельные подобные законы. То есть евгеника рядом. Вот это вот управление человеком. И вот, смотрите, принципы эти, они все равно присутствуют. То есть нужно создавать некие принципы. Они нужны. Принципы с точки зрения философии. Философии человека-творца. С точки зрения как раз человека будущего. Вот как вы говорите, человек будущего, да, это должен быть обязательно человек, который придерживается основных ведущих принципов. Не так, как Залкин. Кстати, по Залкину, вот есть у меня отдельная лекция по нему, у него были удивительно интересные исследования, пока он не ушел в идеологию. Он же восстанавливал людей после гражданской войны. То есть мы бы сейчас сказали, это люди, которые вернулись из горячих точек, и которые продолжали в своей голове воевать, и к мирному времени были не готовы. Именно он писал о том, что они по своему возрасту не соответствовали внешности, то есть они были старше лет на 10-15 своего возраста, а мы потом это хорошо знаем по Второй мировой войне, по Великой Отечественной, когда люди резко старели за эти 4,5 года. Та же самая история. И он объяснял, что их каким-то образом нужно выводить оттуда, но проблема в том, что люди не хотят оттуда уходить. Они продолжают своей головой воевать, кто-то стреляется, кто-то уходит через линию, кто-то распивается. То есть те самые тематики, с которыми мы потом сталкивались уже после Великой Отечественной войны. И, допустим, бабушка моей коллеги, тоже доцент, вот она когда-то таких людей в 1946-1948 годах восстанавливала, выводила, будучи медиком как раз, некоторых била по лицу, ну там оружие рассказывали, тоже было, то есть, стреляли и так далее. То есть она их просто выводила шоком, некоторым шоком, то есть истерикой. История такова, то есть здесь, конечно, вот с точки зрения принципов, на мой взгляд, они необходимы, то есть они обязательно должны быть с точки зрения философии. Любое излечение должно зиждеться в первую очередь на философских конструкциях. Творчество, да, но давайте так,
Если мы спросим любого человека на улице, кто такой человек творческий, они ответят очень примитивно. Ну или скажут, что, допустим, Лев Толстой творческий человек. Ну, условно, Лев Толстой. Но кто такой творческий человек, не знаю. Дальше. С точки зрения творческого мышления, это то, что нужно формировать в детстве, со школы. Учителя, не педагоги. Педагог — это раб времени времени. Смотрите перевод. Учитель. Он имеет у нас два значения. До революции были учительские институты, потом стали педагогическими происхождения. Напрасно. Учителя у нас такого имеет два значения. Учитель с маленькой буквы и учитель с большой буквы. Вот, на мой взгляд, это имеет сакральное значение. И то, и другое. Даже учитель с маленькой буквы ключевой для этого, то, что он учит. Таких учителей у нас много. Но главное, что они есть. И вот обучать творческому мышлению, неординарному, это важно. Но неординарный человек в нашем обществе – это белая ворона. А белая ворона дальше – это психосоматика, это выбросы определения эмоциональные, социальные и так далее. Когда человек хочет как-то адаптировать. Хорошо, когда он находит целостность, ну, допустим, послание, да, вот это вот единение с Богом, как один из вариантов. А кто-то не находит. И тогда мы говорим, вот, допустим, сейчас вот я завершаю подготовку лекции «Вирус гениальности», где как раз рассматриваю несколько довольно специфических моментов. И там вот один из таких, ну, специфических гениальных мальчиков, именно мальчиков, 20 небольшим лет, застрелился в 1903 году, ну, где он лет. Вот у него были очень интересные подходы, я имею в виду от Вайнингера, когда он писал с точки зрения, может ли женщина быть гениальной. И говорил, что там не гениальность, в первую очередь, присутствует, не гениальность, а немножко другие моменты. Вот. Ну, в частности, женщина мыслит соединенно, объединенно, как бы, да, и, соответственно, не может разделять какие-то переживания. И женщина гением быть не может. Она может только жить своими гнидами, то есть вот этими целостным, нерасчлененным содержанием. То есть она обоими полушариями мыслит и разделить свое мышление как-то не может. Поэтому она мыслит эмоциями, чувствами, но не рацию, как мыслит мужчина. Но по поводу Вайнингера, это очень спорный, очень идиозный подход. Его мизогинизм здесь, конечно, сказывается же ненавистничество, весьма отчетливо. Но здесь важно немножко другое. Вот он вроде бы стал объяснять, кто такой гений. Сам он, ну, в чем-то гениально был, я бы так сказал, черный гений, который сам себя обманул и сам себя не скрывал. То есть он захотел объединения, захотел стать совершенным, но увидел в себе женские черты и вспомнил, что он еврей. И то, и другое ненавидел в себе, и, соответственно, в результате самоубийства в том самом доме, в той самой комнате, где умер, между прочим, когда-то Бетховен. Да, вот тоже не просто так это было сделано, разумеется, не просто так эту комнату снял на ночь, ну, для того, чтобы совершить там некоторые ритуальные самоубийства, которые, кстати, не удалось изначально, но ничего. Вот, то есть здесь, конечно, мы подходим к очень интересному вопросу, кто такой творческий человек, насколько ему хорошо и насколько он может здесь адаптировать. И вот здесь, вот, допустим, есть отдельный курс, у меня называется «Психологический анализ биографии творчества некоторых писателей». Там я как раз разбираю, что, ну, идеальных людей никогда не существовало. И я всегда прошу разделять людей. Это человек в жизни, лирический герой и человек в профессии. Это три разных человека. Иногда их соединить вместе никак не удается. Но нам почему-то хочется верить в сказку, что этот человек идеален, идеализирован. Вот такое бывает редко. Поэтому творческая личность – это всегда некоторая внутренняя нестабильность. Если нестабильности не будет, он не будет творить. Если человек будет чувствовать себя сытым, гармоничным и спокойным, он ничего создавать не будет. Как когда-то мой папа говорил, человек, студент Китерли, ниф и прожор. Не только студент, любой человек, когда он находится в каких-то условиях, в которых все хорошо и прекрасно, творческое развитие потепляет. Это очень хорошо заметно, допустим, особенно в поведении русских и, допустим, людей из других стран, где довольно когда-то была более-менее спокойная жизнь. Почему наши оказывались немножко более творческими? Да потому что больше адаптироваться приходилось к нестабильности. Вспоминаю свою биографию, это был 99-й год. Мне дали такой курс «Компьютерная психодиагностика».
музыка. Далее актовый зал, сзади меня фортепиано и доска. Дисциплина называется компьютерная психодиагностика. У меня аудитория сидит. 50. Студенты. В актовом зале. Я нарисовал на доске монитор, системный блок и клавиатуру. И сказал. А вот теперь представьте, вы запускаете системный блок, включается программа, а теперь включаем фантазию. Запустилась программа, закрывайте глаза и представляете, как это работает. Мне кажется, советского человека убить невозможно, в силу того, что он все равно адаптируется даже к таким идиотическим условиям. А, кстати говоря, курс прошел на ура, что удивительно. Народ смеялся, но самое интересное то, что я нормально объяснил, как пользоваться программой. Потом уже на компьютерах мне это научили делать сами. Вот, но а как иначе объяснить? А фортепиано мне играть, как пользоваться компьютером, как запускать ту или иную программу? Тоже абсурд. Ну, советский человек, мне кажется, уже приспособлен к очень разным ситуациям, это абсолютно нормально. Но вот это творчество, оно, наверное, может быть частично не совсем от хорошей жизни развивалось. Это адаптация, это способность как-то адаптировать себя к новым условиям, к нестабильным условиям. Вот это проявлялось весьма отчасти. Поэтому творческость, я согласен, да, но культивация творческости должна проходить с детского возраста, с семьи, частично со школы. Но если все учителя будут творческими, конечно, это очень здорово, если кому-то так повезло. Но хотя бы если не трудовик будет творческим, но вот или физкультурник, на мой взгляд, реликтовый персонаж из школы традиционный. Но вот кто-то из учителей-предметников будет творчески объяснять какие-то вещи важные для него, кто будет влюблять учащихся в свои дисциплины, вот это уже творчество. Вот отсюда все начинается. То есть это все очень глубинно на самом деле. То есть в первую очередь, мне кажется, развитие человека будущего должно начинаться с учителя. Не с пресловутой дедоскологии, а именно с учителя. Не учения, а учителя. Именно с учителя как личности. И, наверное, все с учителя с большой личностью. Это не высокопарные слова, это просто, на мой взгляд, важно. Вот когда подобные образцы для подражания есть, образцы для мышления, на мой взгляд, это важно. Вот, допустим, для меня вы как раз человек, который в определенной степени достиг вот этих вот границ мудрости, и это уже учитель с большой буквы. Мне кажется, я все равно здесь абсолютно никоим образом даже не пробую исходить реальность. Это так и есть. И вот в данном случае вы являетесь для ваших последователей именно учителем. Но ваши последователи обычно уже, ну, я полагаю, что в некотором возрасте, да, там возраст уже зрелый, я полагаю, так, у многих. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, я все понял. Я хочу вот из вашей речи сделать такую маленькую выжимку сформулировать. Первое, вопрос, надо определить, что значит творческая личность. Второй вопрос, что значит свобода для человека. Потому что отсюда только происходит в ответах, что такое нравственность, духовность, мораль. Потому что на самом деле получается, что отношение общества к индивидуальности какое? Вот у нас, например, презумпция виновности. Если мы будем полагать, что человек, дай ему волю, он начнет и улицу на свет красный переходить, дай ему и волю, он станет анархистом каким-то, что человек по природе своей животное, если мы так подсознание своем представляем, если у нас такая философия, что мы не даем человеку свободу, потому как полагаем, что он происходит из животного, это одна позиция, презумпция виновности, тогда он никогда не будет развиваться, потому что если мы его видим как животное, безусловно, мы не даем ему возможности быть свободным, а без свободы невозможно творчество, это никак. Поэтому всегда происходит конфликт между свободным художником, условно говоря, и властью. А почему так происходит? Потому что свободный художник подчиняется высшей власти, чувству свободе разума и чувству гармонии. Это высшая власть. А местная власть, на каком бы уровне она ни была, она всегда меньше, потому что высшая власть – это законы природы. И вот как раз-таки модель этих законов в природе в человеке, как раз-таки то,
что вот эта вот вселенная, а мозг человека – это модель вселенной. И вот это вот отражение законов природы в самом человеке, в его конкретной природе, как раз-таки и выражается, как, наверное, говорил Толстой Лев Николаевич, что в разнообразии мира, жизни единственное, что может быть путеводителем, ну, я своими словами говорю, тем вектором, который помогает нам определяться в жизни, что правильно, что неправильно, это совесть. Ну, что и говорил и Кант, наверное. То есть, по существу, вот, если говорить об этих философиях, то, конечно, безусловно, надо их культивировать. А я не имел в виду философия, у каждого может быть своя, я не имел в виду философию варварства. Я имел в виду философию цивилизованного человека. Конечно. Ну, конечно, так, я бы сказал, неизверженное понятие, вот, настоящее, ну, десятилетие уже, потому что как-то вот варварство, мне кажется, оно уже поставлено во главу угла во многих ситуациях в разных государствах. Все это ну, когда нам говорят, что главный успех, неважно каким способом ты его добиваешься, то есть когда понятие здоровья, счастья и свобода по сути своей девальвированы и заменены другими смыслами, когда говорят, ты свободен, если ты понял, чего тебе нельзя, как раньше говорили, свобода есть осознанная необходимость, имелось в виду потребность человека в свободе осознанно. Это в смысле свобода есть осознанная необходимость, потребность как необходимость, что человек без свободы не может. А потом стали понимать это как... Ты понял, чего тебе нельзя, значит, ты свободен. Свобода есть осознанная необходимость. Но это же игра слов большое значение имеет в процессе того, кто во главе, так сказать, общества, какая доктрина. Доктрина проистекает в условиях бифуркации, в условиях переходных моментов эволюционно-исторических в государство, зависит от того, кто во главе государства. Вот так получается, какой авторитет нам диктует свою точку зрения. О России очень сложно говорить, потому что Россия между Западом и Востоком, между двумя ментальностями, между первичностью материальных ценностей и первичностью духовных ценностей, и поэтому все время переписывает свою историю заново. И поэтому у нас то колхозы создаются, то вот эти вот... коммерческие такие вот структуры, то общественные структуры управляют, то как раз-таки хозяин какой-то над всем. Ну, короче говоря, это сложная система, но как раз-таки именно в этой сложности есть большой шанс, что в России может, как говорили Рерихи и другие космисты говорили, что может быть как раз-таки здесь произрастают какие-то такие вот невероятно интересные идеи, которые... Ну, я не буду сейчас туда углубляться, просто я хочу сказать... По поводу русского космизма отдельную встречу обязательно я хочу... Да, это здорово, да. Вот это как раз нужно. Это как раз нужно. Про космизм, и очень бы хотелось про... Вы говорили мне в прошлый раз, что готовите по доминанте Ухтомского... Вот я думаю, Павлов, Ухтомский, Узнадзе, вот они потом этот, еще пару таких выдающихся, ну, конечно, Чикстен Михаи и, конечно, там вот еще несколько таких выдающихся личностей осветить, и как раз-таки для нашей школы было бы очень полезно, чтобы все эти лекции послушали. Дмитрий Николаевич на канале. И Анохина, да, и Анохина. Пока не записывал, понимаю, но вот я чуть-чуть хочу дополнить вот то, что вы говорили, вот свобода получается, это ответственность, а не безнаказанность. Безнаказанность это не свобода, это не пропаганда, анархия, да, получается. А вот по поводу высшей свободы, вот отдельная лекция у меня была записана на эту тему, называется «Анархия и подшельника», это посвящена биографии Януша Корчика.
Так. Наверное, это как раз высшая свобода, когда человек выбирает для себя то, что считает наивысшим, наиценным, и уходит с детьми в газовую камеру вместо того, чтобы спасти себя, но детей потерять. Да, это вот та самая высшая свобода, которая действительно, я абсолютно уверен, очень мало людей способны это повторить в настоящее время, но они есть. Вот. И это настоящая свобода. То есть такие образцы, они очень тяжелые, это очень сложно. История сама по себе, но, наверное, вот свободные люди, это как раз те самые люди, которые либо прошли когда-то через испытания, прошли и сохранили в себе, потому что прошедших через испытания их много. Потому что есть такое понятие, как боль является причиной мудрости. На самом деле не боль является причиной мудрости, а способность как раз-таки даже боль превращать для себя в ступеньку для развития. Это немножко, вот мне кажется, у людей, может быть, как и у меня в свое время, тоже не было представления. Вот вы, например, сказали о том, что для творческого человека, вот в России, например, нужно было, чтобы он был в сложных условиях. А тут некоторые люди могут понимать так, что да, художник должен быть всегда голодный, иначе он творить не будет. Так это же неправильно, потому что деньги, например, мешают только лентяям. Художник, он и есть художник, хоть он и будет жить в прекрасных условиях, он все равно вопреки времени живет. Он все равно в споре со временем, у него все равно будет конфликт внутренний, который он хочет преодолеть не путем разрушения, а путем созидания. Это очень важный момент, и когда вы затронули такой очень важный ключевой аспект, как что значит творческая личность. Это не тот, который учится петь или танцевать. А я хочу повторить свою фразу, что творческий подход – это поиск в сложной проблеме наиболее простого решения через призму высших человеческих ценностей, которых на самом деле немного. И они все спаяны, едины. Это любовь, сопереживание, чувство бесценности живого. Это способность быть собой, вот именно собой каким? Творцом. Потому что человек, когда творец, он счастлив. Потому что когда он занимается любимым делом, ему ничего больше, в этот момент ему не важно, кто наступил на его ногу в трамвае. А когда вот он не занят любимым делом, ему становится все это актуально, важным, он начинает конфликтовать. Вы почему мне на сандаль наступили и так далее, да что же такое, кто вы такой. Это начинается, когда человек не пристроен в своей жизни, когда он не нашел своего места под солнцем. А место под солнцем – это как раз-таки вот то, вот, когда человек своим делом занимается. Поэтому, когда вы упомянули учителей, педагогов, которые могут заражать любовью к предмету своих, так вот, именно проблема в том заключается, что у нас многие педагоги, многие врачи, многие занимаются не своим делом. А потому что человек, например, мальчик или девочка в душе врач, всю жизнь мечтала быть врачом, или родители ее заставили заниматься, допустим, юрисдикцией, там, стать адвокатом, потому что это было более востребовано. Но они же не против нее, они за нее. Они просто понимали, они хотели ее защитить, чтобы она выжила. Но иногда бывает несогласованность родительских и детских, так сказать, потребностей. Да, вот. Это все очень сложно, невероятно сложно. Но мне кажется, если мы создаем и развиваем тренд, что надо быть человечным, то мы уже помогаем обществу, потому что люди часто сходят с этого пути, потому что нет этому подтверждения, нет примеров, нет этому поощрения, потому что
говорят, да что ты, вот ты такой добрый, ты там вот что-то для людей стараешься, а никто тебе и не ответит. Вспомни хотя бы случай, когда тебе было плохо, люди бросились тебе помогать, и она или он сидит такой грустный. Да, действительно, когда пришла беда, открывай ворота, приходилось оставаться одному, решать проблемы самому. Ну, очень легко перевоспитываются люди из людей в животных. Потому что когда нету поддержки. Так вот мы и создаем науку человечности, потому что религии были созданы тысячи лет назад, а наука всегда идет быстро, быстрыми темпами. И поэтому мы науку создаем, где именно то, что лежит в основах религии, дух религии, а не форма, не традиции, там, не слова, а дух религии. Это любовь к человеку, утверждение в человеке человечности. Научно подтвердить, например, определить как научные понятия такие слова, что такое любовь, что такое человек. Ну, научно, чтобы и все вместе люди из многих стран, когда заняты этим определением этих понятий, это уже само по себе является генератором мира на Земле. То есть как механизм, когда мы все вместе создаем науку человечности, когда пытаемся подумать и понять, и определить в научных категориях вот эти общечеловеческие ценности, мы все вместе уже и становимся все более и более человеками. Потому что люди из многих стран в нашей школе. Причем из стран самых таких, которые сегодня в таких сложных отношениях. И все вместе. И мы понимаем, что мы должны любить и помогать друг другу. И что любовь к человеку, это не значит любить его обязательно эмоционально. Поэтому некоторые люди не понимают. Я тоже раньше не мог понять, что значит любить своего соседа, если он пьяный приходит и все время сапогом в стенку тычет и стучит, и спать не дает. Как я могу любить ближнего в его лице? Потому что я раньше думал, потому что слово «любовь» – оно эмоциональное слово. Оказывается, не любить его эмоционально нужно, а уважать как человека. И вот когда относишься к нему как человеку, всегда находишь слова, чтобы он потом с тобой не стучал с ним. А когда думаешь, что эмоционально это любовь, конечно, я не могу его любить. И поэтому я слышу, что надо любить ближнего, а на практике выполнить не могу. И у меня разночтение. Поэтому это наука человечности, чтобы этих разночтений не было. И поэтому сегодня, почему возникла в этом потребность науки человечности? Не науки о человечности, а науки человечности. Почему возникла потребность? Потому что люди по-разному понимают эти понятия. Они, нет этих четких определений. А когда мы их вместе определяем, мы и утверждаем себе необходимость. Вот этот тренд, если появляется и закрепляется потребность, что человечность, она полезна, она как раз более защищена, она как раз таки дает нам будущее. Вот это вот, если мы будем все вместе утверждать, очень много людей сразу. Это, знаете, то, что востребовано, то, что утверждается, как грибы начинают после дождя расти. И точно так же то, что не востребовано, так же гасится. Вот какое-то время у нас в России был востребован взгляд капиталистический, потому что говорили, если при социализме было общественное владение чем-то, то значит хозяина не было, и не было кровной заинтересованности каждого в качественной работе и так далее. А потом началось наоборот. Теперь вот надо думать только о себе, делайте только то, что вам надо, и так далее, и так далее. Успеха добивается тот, который... Ну и, короче говоря, такая путаница. Поэтому вот как раз таки конфликт представлений. Поэтому я полагаю, что миром управляет не страх, деньги или оружие, а миропонимание. И если мы все совместно создаем науку человечности, а методики и приемы методические, как снимать лишнее напряжение и как трансформировать энергию страха, как стресс-трамплин в достижения творческие, это уже инструментарий к этому, это уже вторично, это уже, так сказать, способы. Конечно, сегодня вы
правильно, совершенно, на мой взгляд, сказали, что философия важна. А все остальное это уже прикладное. Слава Богу, у нас есть и то, и другое, и поэтому у нас школа «Человек будущего» Homo Futurus. Хотя я еще раз повторю, что на самом деле это школа человечности. А именно быть человеком, это и поможет людям и спасти себя и мир. У меня два дополнения небольшие. С точки зрения как раз, во-первых, теории множества интеллекта по поводу того, что человек должен находить свое применение жизни и себя, да, причем на протяжении всей жизни. Вот когда-то социальные педагоги в начале 20 века стали называться классическими педагогами, антипедагогами, за то, что они стали выступать за то, что человека нужно учить на протяжении всей его жизни. А классическая педагогика говорила, что это только гимназия, должен ограничиваться. То есть дальше он уходит в университет, и уже педагогика поздно, и заниматься уже слишком все поздно. Вот. А социальная педагогика в этом плане была более интересной. И вот Говард Гарднер, замечательный психолог, гениальный психолог, предложил как раз теорию множественного интеллекта, согласно которому, первоначально он выделил несколько типов интеллекта, условно говоря, 10. На самом деле, чуть больше он выделил 14, но важно немножко другое. У каждого из нас свой тип интеллекта присутствует, и в разные периоды жизни тот или иной интеллект более выражен. И для того, чтобы человек был более успешен, он должен в определенной степени понять, какой тип интеллекта у него более развит, и тогда по этому типу интеллекта как раз подбирать сферу деятельности или сферу интереса. Но вот у меня есть подкаст о психологии для жизни, есть отдельная тема, называется «Как правильно выбрать сферу трудовой деятельности». Часть первая, часть вторая, и в конце второй части там дается как раз ссылка на тест Говарда Гарднера. В принципе, его можно и в сети найти, тем вопросов он занимается. В результате получается 10 базовых шкал, по которым слушателям можно определить, какой тип интеллекта у них более выражен, то есть какую сферу деятельности в настоящее время лучше всего в себе культивировать. Они все разные, но какая-то больше в определенный период жизни, а какой-то интеллект немножко меньше. Мы также хорошо знаем, когда мы читаем одну и ту же книгу, мы 10 лет назад читали, допустим, Леона Кирхванга, да, вот вы прочитали 10 лет назад, он воспринимался как-то вот по-своему. А сейчас, получается, он становится немножко другой по восприятию. Мы меняемся. И, естественно, по Гарднеру немножко другой интеллект у нас включается. И вот для каждого возраста, для каждого периода нужно обязательно эти нагрузки с точки зрения разных интеллектов правильно выстраивать. Сама по себе идея тоже мне очень нравится, она напоминает ваш подход. Нужно подбирать индивидуальный ключ каждому человеку для того, чтобы вам было легче адаптироваться, легче как бы снимать какие-то свои состояния. А вторая тема, которая частично, казалось бы, вытекает, просто она социальный педагог по образованию, ее у нас в стране знают не очень хорошо, это Алиса Зиновьевна Розенбаум. Сразу объясню, она у нас более известна, точнее у них на Западе, в Америке, как Эйн Рэнд. Та самая, которая написала «Атлант расправил плечи». То есть сама-то по себе она из Российской империи, но стала американкой, даже проповедницей американского мышления, американского менталитета с точки зрения вот этого человека, этого капиталиста, который создает себя сам. Вот этот вот «Атлант расправил плечи» — это несколько незнакомый для нашего менталитета понимание, вот восприятие жизни. Действительно, эта книга, кто-то ее ставит во главу угла, что она действительно ведущая, а для кого-то эта книга немножко незнакома. То есть американский стиль мышления, американский стиль мировосприятия, он немножко режет слух для кого-то. То есть это вот тоже очень интересная такая тема. Вот когда мы говорим, есть капиталистический подход, то, что вы говорили, допустим, да, и, допустим, социалистический прежний, да, вот она граница. То есть это, конечно, в некотором плане такой классический этический эгоизм. Она развивает, но с другой стороны, типичное американское мышление. Вот, разные менталитеты. И вот с точки зрения человека, человека будущего, на мой взгляд, конечно, нужно начать, наверное, с каких-то базовых, вы верно сказали, именно базовых книг, базовых подходов. Вот, что является основой. Что является основой для человека будущего с точки зрения источников.
философских источников, медицинских источников, литературных источников, психологических источников. То есть вот выбрать некоторый список, вот, книг, которые здесь являются базовыми, для того, чтобы этот менталитет можно было сформировать. Потому что менталитет не просто подключение. Дмитрий Анатольевич, я надеюсь на вашу помощь. С удовольствием. Это первое. И второе, я очень надеюсь, что вы подскажете, как нам объективировать на сегодняшнем уровне. Мы с вами беседовали на эту тему несколько раз, но это осталось за кадром. Вот сейчас, чтобы мы действительно для всех сказали, что мы с Дмитрием Анатольевичем собираемся приобрести электроэнцефалографы и какие-то еще другие специальные индикаторы, приборы, регистраторы для того, чтобы наглядно для нашей школы прямо увидеть, самим изучить некоторые явления, потому что у Дмитрия Анатольевича есть прекрасные книги. Вы, пожалуйста, посмотрите. И в частности, есть книга, которая мне очень полюбилась, о том, на каких биоритмах человек думает, на каком уровне, какие у него происходят альфа-ритм, бета-ритм, там, дельта, ну, всякие там, почитайте. Эта книга называется «Про трансы». Подскажите, пожалуйста, название, Дмитрий Анатольевич, для всех. Да. И вот, значит, мы хотим воспроизвести несколько исследований, чтобы кое-что уточнить с нашей точки зрения, совместной, современной точки зрения, которые не задавались этой точкой зрения, не задавались этими вопросами предыдущие исследователи о том, как работает мозг. А вот мы с нашей точки зрения проведем некоторые исследования, так построим эксперимент. Это будет очень каждому из участников нашей школы очень интересно и полезно, потому что у нас с Дмитрием Анатольевичем есть методики. Дмитрий Анатольевич мне показывал, что у него есть еще методики. Вот мне очень понравилось в прошлый раз, когда вот прямо показал, как вот происходит закладывание желания. Вы можете этот ролик пересмотреть, посмотреть, когда внимание направляется в этот. Ну, вы там посмотрите. Мы это еще повторим, я надеюсь. И вот в этот момент, когда происходит вот эта вот функциональная переорганизация взаимодействия мозговых систем для исполнения наших настроенностей, сосредоточения, или наоборот, когда мы восстанавливаемся, посмотреть с помощью электроэнцефалографии и других приборов с сегодняшней современной точки зрения. Да, и мы, я уверен, обнаружим какие-то новые явления, свойства и закономерности научные, которые позволят нам усовершенствовать методики. Если в последнее время я, например, занимался посекундными техниками уже. А вот, кстати говоря, Дмитрий Анатольевич сейчас вот как раз сказал об этом, что я пытаюсь людям, чтобы индивидуальный подход был, подчеркнул это, индивидуальный подход. Так самое главное, метод плюс дает в принципе, чтобы каждый для себя подбирал индивидуальный подход. Индивидуальный не я даю, вот как специалист, а я сформулировал, что критерии, алгоритмы, которые позволяют, это очень важно, то, что я сейчас акцентирую, позволяет каждому человеку самому подбирать себе приемы, с помощью которых он может быстро снимать лишнее напряжение и выходить из страха и стрессового состояния в состояние вдохновения, творчества и созидательности. Это очень важный момент, потому что наша школа – это не школа, где я как педагог учу каждого в отдельности, а я даю принципы, с помощью которых каждый в отдельности может сам себе подбирать. Это то, чего в мире раньше не было. И оказалось, что подбирает именно по критерию максимальной простоты и комфортности. Именно оказалось это то, что он и сам делает в своей жизни инстинктивно, но неосознанно. Вот что интересно, что человек по своей природе имеет такой потенциал мощнейший. И потому что в школе нас не учили обращать внимание.
на то, что мы инстинктивно делаем, когда пытаемся решить какую-то задачу творчески, дрожим, например, или тики у нас возникают, когда мы это блокировали в себе, они использовали для того, что как ресурс, как упражнение для подготовки к этой деятельности, мы теряли такую огромную, ну просто море возможностей мы теряли. А сегодня в нашей школе «Человек будущего» как раз-таки мы это показываем, рассказываем, сопровождаем с интенциями о философии. Вы представляете, и на философии, и Гегеля, и Маркса, и Ленина, и кого угодно вы можете теперь смотреть и новыми глазами тоже. И вот это, теперь мы добудем эту аппаратуру, я надеюсь, мы сейчас изобретем, как мы ее, так сказать, найдем, потому что мы обсуждали этот вопрос, а может быть нам просто обратиться к каким-то существующим лабораториям и их попросить, чтобы они нам помогли своей аппаратурой сделать эти исследования с помощью своих специалистов. И постепенно приходим к выводу, и я согласился с Дмитрием Анатольевичем в том, что просто попросить готовых специалистов, готовые лаборатории, по их штампам, по их представлениям делать выводы о том, что происходит у человека в состоянии перехода в режим саморегуляции, в состояние безмятежности, пустоты в голове, так называемой, великого безмолвия, великого ничто, в это, так сказать, дефолт работы мозга и так далее, где он черпает всю эту информацию, где нет у него страхов, нет шаблонов мышления, нет авторитетов, где он как раз стоит на пороге изобретений и так далее. Так если это будет делать специалисты не из нашей школы, не с наших точек зрения, а по своим шаблонам, по своим штампам, как его учили в институте, он же не увидит этих закономерностей, которые мы ожидаем увидеть. Я правильно говорю, Дмитрий Анатольевич? Да, я хочу, чтобы вот участники нашей школы подключились. Во-первых, поняли, как это важно, чтобы наша школа имела это оборудование. Во-вторых, подумали, как это приобрести, потому что это же и денег стоит тоже. Ну, подумаем все вместе, как это сделать. Мне кажется, Дмитрий Анатольевич, я, так сказать, не лишнее сказал, а наоборот, что наша школа превращается не только в такой образовательный инструмент и соединительный инструмент для всех людей, а превращается уже, так сказать, школу, где мы уже ставим все вопросы, которых до нас не ставили. Вот же в чем преимущество школы «Человек будущего» Homo Futurus, что мы генерируем вопросы, которых до нас просто люди себе не задавали. А мы их задаем. Мы сейчас зададим, да. Дмитрий Анатольевич, я вам очень благодарен. Я надеюсь, вы в резюме скажете, что подытоживая, как вы умеете это сделать, подытоживая, и пообещайте, если у вас будет время, что мы еще одну встречу сделаем, а потом, может быть, и курс такой специальный сделаем для всех желающих. Я думаю, курс это будет очень здорово. По поводу наших с вами таких вот вечерних встреч, две темы обязательно будут. Я их вижу, надо будет немножко подготовиться. Сейчас вот я сделал некоторый план лекции, которые я должен подготовить и записать на ближайшее время. Сейчас получается уже 7. Вот. Но вместе с этим двумя выходит уже 9. Но вот буду постепенно их решать. На самом деле это важно, потому что каждая из тем достаточно важна и актуальна. Но вот одну из них, которую в ближайшее время я буду записывать, это вижу гениальность. Я как раз посмотрю, что это за испытания, что это за особенности, что это за явление такое в жизни, да, вот, что такое талант, что такое гениальность, условно говоря, мы знаем, но вот как гениальность, как явление в обществе, это момент, который нужно обязательно рассмотреть с разных позиций и сделать некоторые выводы. Потому что вот, когда мы говорим о человеке совершенном, человеке будущего, кто это должен быть, гениальный человек или, допустим, человек талантливый.
да, все-таки критерии немножко разные. Гений создает новые направления, талант развивает направления, которые были созданы до него. Ну, условно говоря, так. И, безусловно, мы понимаем, что новые направления создавать лучше, но это бывает много более проблем. Как в истории с разными людьми, которые имели в той или иной степени некоторые элементы гениальности. Да и еще такой вопрос. Кто является гением, кто нет? Я как раз, когда вот стал готовить эту лекцию, вспомнил Хармса. Помните, там Пушкин сидит у себя и думает, я гений, ладно, Гоголь тоже гений, но ведь и Толстой гений, и Достоевский, Царство Небесное гений. Когда же это кончится? Сразу все живое кончится. Вот условно говоря, немножко с юмором по поводу этой гениальности, но важно другое. Да, они гении. Они гении, они разные. Но все наши гениальные писатели, безусловно, те, которые создали нашу русскую классическую литературу, ну, были, я бы сказал, не совсем гармоничными людьми. Во многом не гармоничными людьми. Но это позволяло им создавать, творить. И этот момент очень важен. Но это будем рассматривать. То есть вот отдельно эту лекцию я хочу в ближайшее время записать и повторить. Там будут разные аспекты. Я думаю, это будет достаточно важно. Вот. А еще две темы – это русский космизм. Это обязательно нужно, тем более, что тема одна из моих любимейших. И там как раз рассмотрим наших русских философов, их базовые подходы, вот, в том числе и к этому глубинному такому, да, пониманию, что это такое. Ну и от русского космизма довольно близко и до архетипов Юнга. И это тоже для нас важно. Но, с другой стороны, конечно, рассмотреть Чижевского, Вернадского и Жекуни нужно. И я думаю, что это будет очень существенно, когда мы понимаем, кто такой человек в будущем. Потому что там очень много об этом рассматривается. Весьма подробно. Дмитрий вот. Анатольевич, извините, и вот про эту ноосферу наконец определите, пожалуйста. Потому что очень много людей понимают это, как механически понимают, что это есть действительно ноосфера, которые выходят и оттуда черпают какую-то информацию, формулы какие-то. По энергетическому полю в 90-е годы понимали, да, вот, энергетическое поле планеты. Да, и вот еще одна лекция, конечно, по поводу Ухтомского, все-таки я немножко поменял ударение, подумал, поменял. Раньше это у меня лекция записана была по Ухтомскому, но вот все-таки начну я эту лекцию с биографии, что я люблю, потому что понять его можно, только понимая его биографию, это самое важное с точки зрения его личности изначально, а после этого переходить к его трудам, которые сами по себе очень интересные. И, на мой взгляд, мы тоже должны их взять на слитие в целевой степени. Вот в ближайшее время, все-таки, надеюсь, мы с Ольгой Ефимовной Хабаровой, замечательным, талантливым, иногда, мне кажется, гениальным ярославским психологом, вот как раз запишем отдельную передачу с автором этого мониторинга. Вот, на мой взгляд, это женщина-ученый 19 века, классический. Там, где был культ науки, вот, она немножко мне напоминает вот ту культуру, больше, нежели чем современную. Вот это увлеченность наукой, это особое понимание, особое восприятие, особый менталитет, это, безусловно, очень импонентно. Но, слава богу, мы с ней уже много лет общаемся, дружим. Ну, с нулевых годов, с начала нулевых годов, не ошибаюсь, 3-го года, 20 лет или нет, 19 лет. Но все равно уже есть некоторый стаж такой. Общение. Вот это тоже, я думаю, будет для многих тема интересна. Я очень давно хочу записать совместную передачу. Вот, поэтому вот такие вот планы. Ну, а в отношении остальных, там, отдельных лекций на канале я обозначил, это будет, конечно, судьбоанализ Лепота Сонди, продолжение, которое тоже будет в той или иной степени связано с тем, вот, что мы обсуждаем, это будет продолжение его теории, я хочу ее дать более полно, что ли, в некотором плане, настолько, насколько это возможно, чтобы постепенно привыкали к его теории, к его подходу, а не только воспринимали, что методика Сонди – это базовая. Методика – это здорово, но начинать нужно с его философии и его психологии, как на его подходе. А то, что Сонди гений, на мой взгляд, это так очевидно. Я думаю, мы под роликом выставим несколько ваших материалов, чтобы люди имели возможность сразу кликнуть и сразу послушать эти лекции ваши. Мы их напишем, да. Да. Просто, да. Ну, вот, это, наверное, такие базовые моменты. И будем постепенно, я полагаю,
разбирать, кто же такой человек будущего, как он выглядит, вот, как мы его видим, как мы его воспринимаем. И самое главное, вот это вот особенности творческого мышления, которые нужно формировать и у себя в некотором плане. То есть это некоторое снятие границ. В прошлом году я подготовил курс лекций, который называется «Нелинейная логика. Управо полушарного мышления». Ну, это достаточно специфический курс такой, но он немного помогает понять, что же происходит с другой стороны зеркаля, с другой стороны восприятия. Помните, был такой анекдот, когда в деревне украли корову, и там старший сын, младший сын и отец. Вот. Условно говоря, та же самая логика у правополушарников часто присутствует. Но интуитивное, как бы сказать, улавливание непосредственно причинно-следственных связей у них также присутствует весьма отчетливо. Но это более интуитивное познание, которое более свойственно людям творческого плана, которые видят образно, видят именно правополушарное восприятие. Да? То есть человек художественного типа по Павлову, классический, если мы берем его, это как раз туда. Вот. И, конечно, вот это мышление в определенной степени себе тоже нужно развивать. Конечно, сторонник того, чтобы человек был амбидекстром в большей степени, что правое и левое полушарие развивалось относительно одинаково. Хотя в моем опыте был такой случай, когда я приехал в один город с лекциями, юристом читал и сказал, ну как-то вот я думал о нефтеме, я говорю, я абсолютно убежден, что подавляющее число среди вас это амбидекстры, они обиделись. Вот я увидел, что они обиделись, потом я объяснил, что это люди, у которых левое и правое полушарие развиты одинаково. Но с тех пор переводил все, то, что я думал, потому что ну, это нужно. Вот. Не нужно ругаться непонятными терминами, все-таки переводить обязательно необходимо. Но вот амбидекстрия, наверное, она более оптимальна для любого современного человека, но право полушарных формировать, то есть творческое мышление, тебе обязательно нужно. А у нас очень часто это блокируется еще в школе. Очень часто блокируется. Человек боится творить, боится себя как-то проявлять, стыдиться, ну вот, в определенной степени себя, свои способности, свои способности, не уверен в себе. И вот с тех пор как раз и начинается вот эта полная блокировка. Откуда у меня был проект, который несколько лет мы развивали, назывался «Другие грани», что у одного человека не может быть единой грани. Человек — это многогранник, причем часто многогранник достаточно искрящий. Просто нужно правильно эти грани обозначить. Да, вот именно. Ну вот, наверное, вот то, что я немножко дополню, не знаю, резюмировал я сейчас или нет, но на мой взгляд, это вот тема, которая очень важна, обозначить. Как этот человек будущего выглядит, вот как мы его можем увидеть, как мы его можем представить. И, конечно, может быть, вот наши события 20 века и 21-го, к сожалению, они все-таки в определенной степени обостряют человеческие черты. В этом есть плюсы, но эти плюсы идут через боль, через много негативного, что сейчас происходит, безусловно. Но, может быть, только через темное время мы начинаем видеть светлых людей. Такое бывает, это тоже важно, может быть. Но, к сожалению, иногда мне кажется, что наше общество, ну, человечество отнюдь не прогрессирует, а регрессирует. Ну, поэтому мы видим, например, я вижу точно человека будущего не из частей, из запчастей, которые ему вживили, электрических. Вот биохакинг, конечно. Ну да, вот сейчас же нам картинки рисуют, человек будущего, это типа там чипизированный там во всех областях, и у него вместо одного органа другой орган, и он биоробот такой вот. А наша школа «Человек будущего» как раз таки говорит о том, что человек будущего будет таким же, как и мы, только более человечный. То есть одновременно человечность – это и сопереживательность, и изобретательность. И способные в условиях неопределенности быстро ориентироваться, чтобы сохранить себя и человечество. Вот человек будущего. А не в том дело, что ему руки, ноги заменили какими-то электронными протезами и так далее. Там механический подход, а мы говорим о качественном. Алкогольный эффект – это стимул реактивной связи, теоретически, классически. Да, вот вопрос и несколько вариантов ответа. Если правильного ответа не дают, непонятно, как отвечать. Вот еще в прошлом веке я, будучи заведующим лабораторией психодиагностики, писал для студентов на проверке знаний.
Ну, так как у меня тут своем районе, я написал опросник для студентов и школьников. Так, ну, был такой ускоренный курс, и, соответственно, там было 10 вопросов. В каждом вопросе два варианта ответа и три попытки. Студент очень переживал. Ну, то есть, либо да, либо нет. Три попытки. Студенты не находили часто закономерности, что я пошутил. Ну, кто-то с первого раза понимает, как правильно, кто-то со второго. Если ты ответил неверно, тебя дальше не пустят, ты нажимаешь на верный ответ, приходишь дальше. А были, реально были те, которые из третьего раза все равно отвечали неверно. И тогда я понимал, что мы уже тогда вот столкнулись с шаблонностью мышления, когда человек не способен уйти из этих рамок. И вот это было, с одной стороны, забавно, а с другой стороны, страшно. Почему мы идем дальше? Я хочу вот напоследок сегодняшней встречи сказать о том, что у нас есть два способа обучения. На основе подражательного рефлекса, там шаблонное мышление, подражательный рефлекс. И на основе созидательной деятельности. Вот подражательный рефлекс – это повторение мать учения. Почему на этом уровне мы шаблоны вырабатываем? Почему это так прочно у нас сидит? Потому что шаблон, он не требует энергозатрат мозга. Когда мы мыслим шаблонно, мы не затрачиваем много энергии. А когда мы должны создать что-то, мы должны состыковать, согласовать несогласованное в целостности, там больше энергии мы затрачиваем. Поэтому думать, в принципе, людям труднее, чем повторять за кем-то что-то. Но это потому, что они не знают синхрогимнастики. Потому что оказывается, когда человек снимает лишние зажимы, блоки, нервно-мышечные блоки снимает, снимает блоки ума и тела, научается использовать энергию напряжения в собственных интересах, оказывается, думать легко. Просто он не знал, что надо уметь подбирать действия синхронно текущему состоянию. Ну, это как разминка перед любой работой. Как работник перед станком вот так руки потирает. Точно так же синхрогимнастика – это способность подобрать действие синхронно текущему состоянию в моменте, чтобы лучше решать любой вопрос. Просто в школе нас раньше этому не учили. Поэтому мы сегодня этого учим в нашей школе «Человек будущего» – «Homo Futurus». Дорогой Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое. Я хочу всем нашим участникам и слушателям, и новичкам тем более, сказать, что наши длительные беседы, темы хороши, что вы можете их посмотреть и сразу, и кусками посмотреть, и вернуться, и дослушать, и свои вопросы написать в комментах, задать эти вопросы. И вы обратите внимание, большой талант в момент не переваришь. Поэтому приходится нам говорить не одну минуту, а с разных сторон. С разных сторон, с разных граней осветлять эту тему. Поэтому, когда мы с Дмитрием Анатольевичем беседуем, приготовьтесь, что в нашей школе есть короткие приемы, посекундные приемы, а есть такие содержательные беседы. Настройтесь, пожалуйста, друзья, на это. И нам будет только польза. Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич. И спасибо всем участникам школы и новичкам спасибо. Приобщайтесь к будущему, потому что школа «Человек будущего» Homo Futurus – это на самом деле окно в будущее. До встречи.